То, что Шрипад Бхактиананда Сагар Махарадж и Шрипад Бхакти Гаурав Нарасимха Махарадж рассказали, они прекрасно объяснили, в чем состоит наша потребность, в чем мы нуждаемся. Может возникнуть следующий вопрос. Каким образом бхакти рождается? Каким образом рождается или растет, развивается преданность? Ответ на этот вопрос можно легко найти в священных писаниях. В обществе преданных рождается бхакти. Джаяте париджаяте. Это слово означает «рождается», я думаю, Махарадж, на английском. И также мы можем сказать, что преданность растет. В обществе преданных. То, что мы обретаем в обществе преданного, это верховное явление или верховный дар. Кришна всегда живет всегда пребывает там, где собираются его преданные, собравшиеся преданные, не так ли? Как это будет на английском? Собравшиеся преданные означает, преданные собираются и говорят о Кришне и его преданных. Там Кришна пребывает, там он живет. Почему это происходит? Это происходит потому, что Кришна испытывает величайшее влечение к духу, настроению преданных, чистой преданности, эксклюзивной преданности, несомненно. А в противном случае существуют многочисленные формы Кришны в трансцендентном мире. Но Кришна, когда мы говорим о Кришне, природа Кришны такова, что он испытывает великое влечение к служению своих преданных ему. И он желает отблагодарить их. Такова его природа. Он стремится дать что-то своим преданным. Но преданный ничего от Кришны не берет. И Кришна не в силах служить своему преданному. И хотя Кришна как это будет на английском? Независим? Нет. У этого термина другой смысл. Он всесилен в своих желаниях. Чего бы он ни пожелал, это совершается. Однако он, несмотря на такую свою природу, не в силах исполнить, осуществить это желание, послужить преданному. У него нет такого шанса. Он пытается его обрести, и Махарадж прекрасно об этом рассказал. И в этой ситуации у нас возникает возможность послужить его преданным. И этот шанс также приходит к нам волей Кришны. Но этот шанс мы можем обрести исключительно благодаря нашей покорности преданному и служению преданному. Это главное. И если мы сумеем удовлетворить преданного Кришны, то автоматически Кришна будет доволен нами. Больше того, Кришна сказал в Шримад Бхагавадгите. Нами бхакта джана патра.
Я думаю, что мой преданный, говорит Господь Кришна, всегда служит мне, и он мой преданный, в этом нет сомнений. Такие преданные пытаются сделать меня счастливым. И я счастлив благодаря их служению. Однако присутствует изъян. Я не в силах служить им. Поэтому я решил, тот, кто станет служить моему преданному, тот дарит мне больше удовлетворения, нежели тот, кто служит мне напрямую. То, на что не в силах я, они это делают, те, кто служат моим преданным. Мать Девахутия спрашивает Капила Дева. Он воплощение Господа Кришны. Она спрашивает, она говорит, «Сын мой, ты воплощение Бога, но в Ведах описаны разные пути удовлетворения Бога. В Ведах, Веданте, в Упанишадах, огненное жертвоприношение и так далее и тому подобное. Различные пути. Но я не в силах им следовать, поскольку я женщина. Я нахожусь в женском теле, я не могу читать Веды, изучать Веды. Я не могу совершать огненное жертвоприношение. И существуют ограничения ведийских правил для меня. Поэтому каким же образом я могу обрести высшее благо в своей жизни? Я задаю тебе этот вопрос, поскольку ты мой сын, и у меня есть определенное право задать тебе этот вопрос. Ты знаешь все, ты всеведущ. Скажи мне, каков самый легкий способ, путь, обрести твои лотосные стопы? Каков самый легкий способ удовлетворить тебя? И каким образом я могу обрести высочайшее благо? И Капила Дев отвечает, «Мать, не беспокойся. Существует очень легкий путь, способ. Он состоит в том, что ты должна пытаться общаться с чистым преданным. И благодаря этому ты обретешь все, больше того, что ты желаешь». Ты обретешь все, не только служение мне, служение моим слугам и все богатство служения. Суть, квинтэссенцию этого богатства, Кришна Прему, Шрадху и Рати ты также обретешь. Поэтому не беспокойся. Совершай саду-сангу. Пытайся обрести общество преданного. И ты обретешь это богатство, в этом нет сомнений. Общество преданного. К нему обращено наше искреннее желание находиться в этом обществе. Мы узнали об этом от Гуру Махараджа. Мы научились. Мы видели природу нашего Гуру Махараджа, когда некий преданный, его духовный брат, или некий искатель истины приходил к нему, духовный брат или искатель истины, то Гуру Махарадж был очень счастлив видеть такого искреннего искателя. Иногда случалось так, что Гуру Махарадж был болен. Он не хотел разговаривать, беседовать. Но если искренние искатели приходили к Гуру Махараджу, чтобы его послушать, то он находил в себе силы и говорил,
приведите этого человека. Я расскажу ему, я побеседую с ним. И таким образом мы, видя это поведение, черпали в нем вдохновение, полноту вдохновения. Иногда подобное поведение не было благом для Гуру Махараджа, в том смысле, что его здоровье страдало. Но, опять же, и я не мог отказать таким людям, искавшим общество и наставление Гуру Махараджа. И я просил Гуру Махараджа, я говорил, эти люди проехали расстояние в 1000 миль. Они приехали издалека, чтобы увидеть вашу божественную милость. Возможно, вы не в силах сейчас с ними говорить, но подарите им даршан. И я знаю, что когда Гуру Махарадж выходил, то он обязательно говорил с людьми, может быть, 5 минут или около того, недолго. Но мы видели, когда Гуру Махарадж начинал говорить с такими людьми, то проходили часы. Каждое утро он давал лекции. Врач говорил, для вас вредно, для здоровья Гуру Махараджа вредны долгие беседы, долгие лекции. Но Гуру Махарадж возражал иногда на это, заявляя, напротив, мое здоровье укрепляется, мое здоровье, мое сердце укрепляется, если я говорю о Кришне, я чувствую прилив сил. И он продолжал это делать. Поэтому прославление преданного безгранично, служение безгранично. И несколько дней тому назад я прочитал, нет, не несколько дней назад, вчера я читал книгу, которую опубликовал Шрипад Нарасимха Махарадж, книгу Гуру Махараджа, подобно Веданта Даршану. Веданта Даршан — это сутра. Она содержит афоризмы, подсказывает Сагар Махарадж. Да, короткие фразы, афоризмы. И Нарасимха Махарадж издал аналогичную книгу высказываний афоризмов Гуру Махараджа, и я увидел один прекрасный афоризм в ней. А именно, безграничное, да. Там сказано, преданность также безгранична. Преданный безграничен. Преданный служит Кришне, Кришна безграничен. Ограниченное желает совершать служение безграничным и становится безграничным. Это не только идея Гуру Махараджа. Эта идея присутствует в наших священных писаниях, в Ведах, Веданте. Мы видим аналогичные утверждения. Ограниченное способно контролировать безграничное начало духом служения. Ограниченное покоряет безграничное своим служением. Да-да, именно эти слова, эта мысль, эта фраза. Ограниченное способно контролировать ум безграничного. И это главное. Крайне тяжело это понять, крайне нелегко. Когда речь идет о безграничном, его невозможно измерить, его протяженность, его длину, ширину. И видя это, имперсоналисты хотят стать безграничным. Они считают, что бхакти — это низшая концепция, говорит Нарасимха Махарадж. Да. И вы увидите в Чайтанья Чаритамрите, Нара-лила, хая-анурупа. Кришна человекоподобен, он принимает образ человека. Но это неправда. Что есть правда?
Правда состоит в том, что эта человекоподобная форма Кришны есть источник всех аватар. Это правда. Сарватама Нара Лила. И эта Нара Лила трансцендентна. Это трансцендентная форма Кришны, человекоподобная форма. Кришна в образе человека. Есть источник, первый источник всех аватар Господа Кришны. Источник, так? Да. И также в другом месте мы видели, мы читали. Иногда мы едим раса гула и наслаждаемся вкусом раса гула, сладости. Сладость имеет один вкус, цветная капуста – другой. Третий продукт, третье блюдо имеет третий вкус. Но когда все эти блюда оказываются в нашем желудке, они не ссорятся между собой, они пытаются гармонично сосуществовать в нем, в желудке. Но когда речь идет о безграничном, желудок Господа, образно говоря, столь велик, и все его лила, все аватары лила способны сосуществовать гармонично. Но в форме Кришны Кришна показывает матери Яшоды, демонстрирует Браманду своем рту. Она заглядывает ему в рот и видит всю Браманду, все мироздание. Кришна пребывает при этом в образе маленького ребенка. Поэтому Сарватама Нара Лила. И человеческое тело, почему оно крайне существенно, крайне важно, именно форма человека, мы можем понять. Повсюду аватары Кришны возможны. Но когда Кришна является в этом бренном мире и являет свою лилу, являет свои игры широким массам, обычным людям, то мы можем понять то, что Он дает нам таким образом. Наш разум, наша свобода, наша перспектива, все, что есть у нас, мы можем понять благодаря этому. Все это дается нам волей Кришны. И его игра в высшей степени, естественно, его игра в форме человека. В Брахма-самхите и в других источниках проводится различие между Гокулой и Голокой. И когда речь идет о Гокуле, Гокула — это источник великой надежды для нас, поскольку Гокула является в этом бренном мире волей Кришны, это Ачинтья. Безграничное может явить себя в лоне ограниченного. Такова сила безграничного. Это нечто немыслимое, непостижимое, но такова сила безграничного, немыслимое становится возможным. И наша удача состоит в том, что в этом бренном мире трансцендентная Гокула является ради нашего блага, верховного, высочайшего блага. И то, каким образом игра Кришны совершается ради его удовлетворения и удовлетворения его спутников и его преданных. Благодаря этому мы обретаем благо. Тот, кто не в силах понять и принять это благо, тот очень дурлаба, неудачник. Гокула означает, что в высочайшем измерении Паравьёма Дхама, высшей части, высшем измерении, за пределами Паравьёма Дхама, там пребывают Голока и Гокула. Но
источник для нас, верховный источник. Мне тяжело выразить, передать эти истины на английском. Источник, да, источник. Что источник? Что первично? Что изначальное? Гокула или Голока? Бхактивинода Тхакур говорит, что они обе изначальны, оригинальны и безграничны. Но когда наступает сварупа сиддхи, наша сварупа сиддхи, тогда мы видим, способны видеть, что Гокула есть Голока. А когда васту сиддхи наступает, тогда мы видим, что Голока приходит в Гокулу. Васту сиддхи — это высочайшее, это большее достижение, нежели сварупа сиддхи. Тогда измерение Гокулы нисходит в этот бренный мир. И ради нашего верховного блага это происходит. Это естественно, автоматически это приходит к нам ради нашего высшего блага. И игра Кришны совершается таким образом, чтобы дать что-то всем и каждому. Таким образом. То человеческое тело, которое мы обрели, источник всех мирских и трансцендентных вселенных, это человеческая форма Кришны. Образ Кришны в качестве человека. И Чайтанья Махапрабху и Кришна Лила, когда мы сравниваем их, мы видим, что Чайтанья Лила, вся Кришна Лила имеет множество потоков или волн, ручьев, потоков, да, потоков. А источником этого многообразия служит Чайтанья Лила. Текут ручьи Кришна Лила. Есть источник этих ручьев, множество потоков, и которым служит Гаура Лила, является Гаура Лила. И благие, удачливые души наслаждаются вкусом этой амриты, этого нектара. Так объясняется это значение. Я не в силах объяснить все это на английском. Мне крайне тяжело это сделать, но вы способны понять смысл. Когда звук, описание этих реалий входит в наш слух, достигает нашего слуха, и мы продолжаем слушать об этом, то смысл также возникает, является в откровении в нашем сердце. Это не лабья, как будет на английском лабья? Недостижимо, недостижимо благодаря гьяну, знанию, эти трансцендентные истины, реалии. Они достижимы только благодаря бхакти, преданности. Так или иначе, мы в силу нашей благой удачи обрели общество Шрипада Вишну Махараджа, Шрипада Нарасимхи Махараджа, Шрипада Сагара Махараджа и общество вас всех преданное. И я думаю, что это моя удача и наша удача, удача всех и каждого. Так или иначе, мы достигаем ее в этом благоприятном, благом и очень милосердном месте. Месте, которым является мандир Гуру Махараджа, храм Гуру Махараджа. Вопрос, замечание не слышно. Речь идет о том, что Шрила Говинда Махарадж может приехать на Запад, говорит преданный. Милостью преданных все возможно. И я верю,
Я верю в это. Говорят, что ворона может быть столь же сильна, как Гаруда, столь же могущественна. Вайшнав способен ворону превратить в Гаруду. Кришна на это способен. Все возможно. Я всегда думаю о преданных. Они полны энтузиазма. То, что есть у меня, то, что я могу дать им, об этом я всегда думаю. У меня есть цветы милости, которые я обрел от Гуру Махараджа. Но могу ли я эти цветы подарить преданным или нет, должным образом, я не знаю. И способны ли они, эти цветы милости, принять или нет, я не знаю. И я, возможно, очень незначительная и падшая душа, но милость преданного способна одарить благом меня и их. Гуру Махарадж сказал в одной шлоке, в Прапана Дживанамритам, единственный путь, ведущий к обретению пыли лотосных стоп вайшнавов, следующий, и этот путь я пытаюсь прославлять. У меня нет иного богатства, кроме преданных Кришны. Они вкушают экстаз лотосных пыли лотосных стоп Кришны. Махарадж, я не могу объяснить. Вы, пожалуйста, объясните. Они вкушают нектар служения лотосным стопам Кришны и пьют его в ходе грандиозного фестиваля. И они поют. Они воспевают, и когда они воспевают славу Кришны, то капли этого нектара выпадают из их ртов. И я собираю эти капли нектара, выпавшие капли. Они экстатично танцуют и поют, и когда они поют, то капли нектара выпадают из их уст, и я собираю их. И собираю их не только для себя, но и для других. Ради моего высшего блага и ради высшего блага всех остальных я собираю эти капли нектара, и вот я предлагаю вам это сокровище. Может быть, мы не в силах должным образом представить это сокровище другим, поскольку у меня нет таких способностей, но Гуру Махарадж заявил в Прапана Дживанамритам, если я не в силах должным образом представить вам этот экстаз, не беспокойтесь. Вы со всей полнотой сил и веры, если его примете, то он займет место в вашем сердце и явит вам свою собственную красоту. Бхактивинода Тхакур сказал в Кальян Калпатару, I am not a spot and unqualified.
Я не являюсь знатоком, у меня нет качеств, говорит он, но я пытаюсь принести это кальян калпатару, благоприятное, благое, исполняющее желание древа кальяна калпатару. Когда я приношу этот дар из горнего, из высшего мира, то в силу того, что у меня нет качеств, я не квалифицирован. По пути, в процессе, я могу повредить ему, говорит он. Но вы очень щедры, великодушны и удачливы. Вы принимаете семена этого дерева и сажаете их в ваших сердцах. С нежностью и любовью, водой веры вы поливаете эти семена. Таким образом, Бхактивинода Тхакур прекрасно объясняет это в кальян калпатару, как это происходит. Когда мы пересаживаем растение из одного места в другое, то после пересадки растение в первый день, на второй день, оно не растет хорошо. Оно не демонстрирует здоровья, активного роста. Оно выглядит чахлым и бледным. Но когда мы начинаем подкармливать его удобрениями, поливать и всячески о нем заботиться, то спустя 10 дней можно увидеть, как это растение расцветает, возвращается к своей изначальной красе. Так Бхактивинода Тхакур объясняет в этом произведении, в кальян калпатару, и в этом состоит наша единственная надежда. Гуру Махарадж велел нам проповедовать сознание Кришны. Он сказал, благодаря этой проповеди ты обретешь благо, и те, к кому ты обращаешься, также обретут благо. И в этом состоит наша единственная надежда. Мы пытаемся и делаем то, что в наших ограниченных силах. Jai Samagata Vastamundali ki jai, Samagata Bhaktavinda ki jai, Srijayana Sarasarvati ki jai, Sri Devakunda ki jai, Parinam Sankirtan ki jai, Rupananda Durbhaka ki jai, Bhautumanandi. Jai Om Vishnu Pad, Brahmavata Paribhaja Gata, Devaja Asta Sarasana Sisti Mata, Sundara Govinda Dev Goswami Maharaj, Acharya Dev Srila Govinda Maharaj, Bhakti Vrande. Я могу немного поиграть, но боюсь, что буду испытывать боль затем. У меня болят плечи. Hare Krishna, Krishna Krishna.
Thank you.
Это фестиваль Шрилы Говинда Махараджи. Фестиваль в честь того, что Махарадж поедет по всему миру. Махараджу не нужно никуда ездить в действительности. Я хочу увидеться с преданными. Я хочу поклониться преданным и божествам сегодня, поднеся им Богу. То есть я предлагаю им пищу. Я, возможно, поеду далеко. Я ничего не знаю, все зависит от воли Кришны. Но это происходит, и эта программа продолжается. И поэтому я должен совершить подношение божествам и преданным. Если вы сумеете удовлетворить преданных, то божество автоматически будет удовлетворено. Теперь настал сезон мангу. Сезон рассагула бывает. Аналогичным образом сезон манго. Махарадж, вот здесь специалист по манго, он. Сладкий рис. Преданные будут счастливы
обрести этот Махапрасадам, и божество будет счастливо. Если божество с радостью примет это подношение, то и преданные его примут. Очень сильный. Самолет Моханан Ананды только что приземлился. Махапрабху сказал, в то время никто не мог поверить в то, что это предсказание сбудется. В то время Притхиви означало Индию. Мир был ограничен Индией для нас. Да, главным образом Индия. И где-то что-то было. Но главным образом Индия в ту пору подразумевала юрисдикцию всего мира. Мир ограничивался Индией. И затем, впоследствии, мы видим, как Махапрабху прославляют от Гималаев до Каньякумари в наши дни, повсюду, от Двараки до Бангладеши, до Чаттаграма, повсюду. Но когда Махапрабху говорил об этом, он подразумевал всю Вселенную, и так и будет. Мы надеемся на это, и мы видим это. В наши дни весь мир буквально включен в волю преданных, то есть воля, желание преданных распространяется на весь мир. И повсюду мы видим, как люди воспевают Харе Кришна Махамантру, люди знают Чайтанью Махапрабху, Гаурангу Махапрабху, Нитьянанду Прабху. Поэтому мы теперь в силах поверить в то, что вся Вселенная в один прекрасный день будет воспевать Святое Имя, не только Земля. Возможно, ИСККОН зарезервирует место где-то на других планетах, имеется в виду, для этой проповеди, для этого киртана. Шрила Свами Махарадж Прабхупад, говорит преданный, создал фундамент, когда он отправился на Запад, он создал фундамент для дальнейшего развития. А сейчас Говинда Махарадж расширяет эту площадку. Когда Шрила Свами Махарадж приезжал сюда, в ту пору, я был полон энтузиазма, видя его проповедническую программу. И, возможно, это было глупое замечание с моей стороны, но я говорил ему: «Махарадж, ваша проповедническая программа очень широкомасштабна. Если вы сумеете включить в нее телевидение, радио, возможно, ИСККОН запустит собственную радиостанцию, телевидение, телеканал, ITV, говорит Сагар Махарадж, да-да, ITV. Тогда это усилит вашу проповедь. И это уже происходит, мы видим, во многих местах осуществляется такая программа. И я читаю очень внимательно. Мне поступают газеты, новости из ИСККОН. Они милостиво посылают мне свои издания, и я читаю об этом. Таким образом, это не есть что-то немыслимое. Можно допустить, что однажды вся Вселенная будет воспевать Харе Кришна Махамантру. Теперь вся планета воспевает. Возможно, не все это трансцендентное движение. В священных писаниях мы видим бренное, мирское или трансцендентное. Они не отстоят друг от друга далеко. Мы можем мгновенно превратить бренное в трансцендентное, трансформировать. Вы знаете этот мантра? Там, где нет воды Ганги, что мы делаем? Мы берем горшок с чистой водой, сосуд и произносим этот мантра.
И эта вода становится водой Ганги. Да, мы превращаем эту воду в воду в Ганге. Это значит трансцендентную субстанцию. Таким образом, трансцендентное может явиться где угодно, благодаря нашей преданности. Пропасть невелика между материальным и трансцендентным. И пропасть очень узкая, и этой пропастью служит аханкар, эго. Если аханкар отсутствует, то мы можем немедленно увидеть, непосредственно увидеть трансцендентный мир, находясь в этом мире. И этот физический материальный мир также становится трансцендентным благодаря мощи трансцендентного. Все зависит от этого видения. А видение, восприятие станет чистым, когда эго уйдет. А Пурнананда приехал, да. Я ожидал Пурнананду здесь сегодня. Поэтому все возможно волей Кришны. Мы не знаем, что будет. Мы не можем сказать, вы не можете или он не может, а вот он может. Это зависит от воли Кришны. И если его воля такова, тогда все будет замечательно. Но мы всегда полны надежды. Мы не теряем надежду. Кришна очень милостив, поэтому мы полны надежды, великой надежды. И мы обрели... Кто-то сказал мне. Да, Кешав Махарадж сказал, ты привязал свою лодку к великому дереву. Великое, огромное дерево, ты привязал свою лодку к нему. Кешав Махарадж сказал мне это. Якорь, да. Все возможно милостью. Он имел в виду Гуру Махараджа? Да, да. Это дерево есть Гуру Махарадж. Ваша лодка привязана к нему. Гуру Махарадж означает Говинду Махараджа также. Махарадж, да. Махарадж, вот эта шлока «Притхивити Ачаяди Нагаради Грам». Это такая маленькая шлока, но смысл ее велик, и никто не мог вполне ее понять. Гуру Махарадж написал эту шлоку на флаге Шри Чайтанья Сарасвата Матха. Он написал эту великую, грандиозную шлоку на флаге, на высоком бамбуковом шесте. И люди говорили, что, мол, шест высокий, и шлока грандиозная, а это всего лишь хижина из соломы, крытая соломой, ваш мат. Никто не мог понять. Но сейчас мы видим, как это видение, говорит преданный, реализуется. Махарадж, я всегда полон надежды, я не теряю надежды. Я полон надежды, я уповаю на милость, такова моя природа. Я уповаю на волю преданного и Кришны. И я полон надежды, поскольку они очень милостивы и милосердны. Поэтому однажды придет тот день, и наша Гуру Варга, они сказали нам это. Рупа Госвами сказал, птица Чатака, нет иного пути, кроме поклонения твоим лотосным стопам. Это моя единственная надежда. Она состоит в том, что я нуждаюсь в служении тебе. Так говорится. Мы обретаем вдохновение. Вдохновение благодаря нашей Гуру Варге. Поэтому мы можем столкнуться с разными явлениями, с чем угодно, но мы не теряем надежду. Мы всегда полны надежды. Однажды, в один прекрасный день, мы обязательно обретем эту экстатическую мадурьямаю, сладость, подсказывает Сагар Махарадж. Сладость, нектар, нектарную сладость.
Теперь мы попытаемся завершить собрание Махарадж, да? Это не конец, это начало, говорит преданный. Я не хочу говорить, я всегда хочу слушать. А затем постепенно Шраванам, затем Киртанам происходит. А затем Смаранам придет. А теперь мы начнем. Начинаем.